Всем привет! Вы на канале Королевство вкусных блюд. С вами Ольга. И сегодня я предлагаю испечь творожное печенье. Они получаются очень вкусными, нежными и не требуют много времени для приготовления. А если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые вкусные интересные рецепты. Все ингредиенты также вы найдете под видео. Давайте начнем готовить. В миску кладем творог. Творог берите любой жирности, на ваше усмотрение. Добавляем разрыхлитель, соль, ванилин, тоже по желанию. Добавляем часть сахара, остальное оставляем для посыпки печенья. Размягченное сливочное масло. И хорошо перетираем все с творогом. В творожную массу добавляем муку. Муку добавляйте постепенно, так как мука разная, чтобы не переборщить, и печенья получились вкусными и нежными. Замешиваем тесто. Оно не будет липнуть к рукам. Еще немного посыпаем стол мукой и домешиваем тесто, чтобы еще больше оно стало эластичней, податливой для лепки. Вот такое нежное, мягкое и немного рыхлое получается у нас тесто. Раскатываем тонкий пласт и привлекаем маленьких помощниц. Да, умничка, умничка. Мне помогала моя любимая доченька. Раскатываем тоненько, обрезаем лишние края, чтобы печенья получились одинаковой формы и красивые. Убираем лишнее. И сверху посыпаем сахаром. Сахар посыпайте хорошо, обильно. Закручиваем трубочку и закручиваем вот такие трубочки. Этот пласт разделим на две части. Докрутили до середины и отрезаем. То есть у нас получится две такие длинные трубочки. Закручиваем оставшийся пласт. Посыпаем нож мукой, чтобы было удобно резать, чтобы нож не приставал к тесту. И разрезаем на равномерные части. Вот такое печенье у нас получится. Они получаются слоистые, как рулетики. Затем перекладываем на противень, застеленную пергаментной бумагой. И отправляем запекаться в уже разогретую духовку до 160 градусов на 15-20 минут. Проверяйте готовность деревянной шпажкой. Наше печенечко запекается, покрывается золотистой хрустящей корочкой. Печенье испеклось, получилось очень вкусным, нежным и неприторно сладким. Если вы любите сильно сладко, добавляйте больше сахара. Также вовнутрь можно добавить кокосовую стружку, либо что-то по своему усмотрению. И готовится очень быстро такое печенье. С таким рецептом справятся даже детки. Посыпаем сахарной пудрой. И угощаемся, и угощаем своих близких. Если вам понравился такой рецепт, делитесь им с друзьями, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, ставьте лайк, пишите комментарии, мне очень приятно будет слышать ваше мнение по поводу рецепта.
и до новых встреч. Готовьте с любовью, живите вкусно!